Здесь новичков нету. Вы прекрасно все знаете, что мы работаем по классическому линейному методу и готовим для людей на базе линейного метода целый арсенал других средств. Также подготавливаем команды к бинарному методу работы и построения команд. Но надо понимать, что линейка, конечно же, снабдит вас очень фундаментальным бизнесом, который будет развиваться по горизонтали до бесконечности, из года в год. Это ваша стабильность, это наша стабильность. Без линейного бизнеса не может компания, работающая с товаром, функционировать годы напролет. Я думаю, что вы прекрасно это понимаете. Я не раз это повторяла. Проблема линейки в том, что каждый ответственен только за свою команду. Сколько вы сорганизуете в своей жизни людей, таков и будет доход соответственно. Мы ищем для своих команд не только индивидуальные стабильные методы работы, но и настоящие командные с эффектом перелива, с эффектом командного единения, работы. Бинар – очень интересная инфраструктура, которая может вам частично помочь в этом, но в бинаре также у людей хотя бы зачатки групп должны быть. Без этого также никуда. Одна сторона бинара будет всегда развиваться позитивно, за вторую группу, внутреннюю веточку, каждый опять-таки отвечает только сам. Бинар проще, легче, более финансово выгоден, нежели линейный маркетинг, но в нем также есть свои минусы, казусы. И бинар должен быть в очень хороших руках, у хороших организаторов, серьезно просчитанной инфраструктурой. И я не раз вам на презентации говорила, что наш бинар просчитан до 8 миллионов людей. И после этих цифр мы полностью освободились от каких-то размышлений, что может быть в перспективе с этой инфраструктурой, и знаем одно. Бинар нашим людям принесет колоссальные финансовые возможности, очень интересную форму командной работы. Но до бинара нужно сорганизовать немного своих людей. Линейка вам в этом поможет. Это две громадные площадки, которые будут нам служить и приносить доход. Третья наша огромная площадка, глобальная площадка, международная площадка с колоссальным потенциалом единой командной работы – это инфраструктура, которая позволяет всех людей регистрировать в одну сплошную линию. Это третий наш аргумент. И давайте я еще раз пройдусь по этим трем площадочкам, чисто психологически и финансово. Линейка создаст нам стабильность и глубину, разворот по горизонтали, а также в глубину. Бинарная инфраструктура переведет всех ваших людей в нескончаемый поток до бесконечной глубины по вертикали. А третья площадка, которую мы запустим в сентябре месяце, это единый мировой поток всех людей, которые только будут вместе с нами. Мы сейчас формируем первые десятки и сотни людей вот в это направление. Списки готовы. Списки согласно дате прописки в бизнесе. Июльский вы бизнес-партнер, августовская регистрация числится за вами. В какой именно день? Вы должны понимать, что все люди здесь будут в едином потоке. Что помогает командам осуществить этот метод? Он убирает стресс. Никакого стресса, друзья. Мы рассчитали ту формулу, по которой, во-первых, любой человек, который будет под вами, неминуемо
потому что здесь другого просто быть не может, будет создавать вам доход от нашего мирового товарооборота. Конечно, этот доход будет формироваться в первую очередь с первых сотен наших бизнес-партнеров, затем с тысяч, и таким образом мы создаем прецедент глобального роста. Вы такие счастливчики, дорогие мои, вы даже себе представить не можете, что задумано во всем этом процессе. И моя цель сегодня вам на схеме показать наши следующие планы. К чему приведет единая командная работа? Люди давно мечтали о такой форме работы, где бы им не было страшно. Это психология. Финансы. Вы будете рано или поздно получать от любого человека, который что-либо с нами делает из месяца в месяц на площадке AME Holding. А у нас впереди глобальная международная работа с фабриками, товаром и колоссальными предложениями по услугам. Мы еще ничего не начинали практически, мы еще только готовим людей к этой информационной нише. Вы первые счастливчики, которые за летние месяцы могли узнать о нас больше, понять нас, зарезервировать свои позиции и в сентябре быть готовым к настоящему международному выходу. На данной площадке у нас будет действовать система внутреннего поощрения, конечно же, за то, что лично вы организуете приглашение, за то, что под вами будут регистрироваться вам совершенно незнакомые люди, вы также будете получать доход. Вы будете неоднократно иметь возможность номинироваться на те или иные формы дохода. И эта площадка в самом деле покажет людям настоящее международное единение. Вот это очень хотелось вам сказать. Но и это не все. У нас еще не принято решение, оно будет закреплено, скорее всего, в понедельник, во вторник, на уровне нашего бухгалтера. Каков же будет отдельный вход на эту площадку? Мы сейчас над этим думаем, и мне очень необходимы также ваши советы и, быть может, плюсик-минус, потому что я сейчас буду готова кое в чем с вами посоветоваться. Мы решаем, или вход на эту площадку будет 15 евро или 20 евро. Что вы будете приобретать за подобную дополнительную регистрацию? Вы должны понять следующий момент, что когда вы заплатили 30 евро, вы практически получили абонентскую плату, билет на годовой цикл работы с нами. Вы ведь понимаете, что к нам в бизнес может прийти человек, который совершенно не будет готов ничего строить. Ему ничего не надо, он только хочет раз в год у нас приобрести кашемировое пальто, мужу австрийскую рубашку, быть может, себе сапоги из Австрии, и я не знаю, какие-то аксессуары, что, быть может, что-либо для здоровья, и на этом человек будет доволен, купаясь в наших предложениях, акционных вариантах, скидках, и это его радость. Согласны? Для таких бизнес-партнеров нам необходима регистрация 30 евро. Никуда тут не деться. Потому что кто-то в вашу команду может прописаться как тихий инвестор, который желал бы зарабатывать вместе с нами хорошую процентную ставку, и более он ничего не желает. Вы неоднократно меня спрашивали, а можно ли в этом бизнесе вообще никого не приглашать, ничего не делать? Конечно же, можно. Но этот человек неминуемо должен быть с вами в первой линии, прописаться в эту первую линию и создавать вам приятный доход. И вот теперь давайте поговорим только о линеечке. Что же принесет нам 1 сентября в линейном аспекте? Посмотрите на следующий слайд. Мы понимаем, что
в ближайшее время, пока мы еще не открыли представительство ни в России, ни в Казахстане, это только наши планы. Мы не можем почтой России, Казахстана спокойно высылать золотые слитки за ту проведенную работу, которую вы сделали со своими командами. Мы уже столкнулись с этими проблемами. Поэтому в сентябре мы принимаем решение всем жителям неевропейского сообщества мы будем выплачивать за регистрацию сразу же 10 евро. Я думаю, что вам это понравится в какой-то степени больше, нежели построить 10 человек и только потом получить вознаграждение в 1 грамм. Правда? Я знаю, что очень многие люди хотели бы сегодня получить заветную благодарность от компании за работу с людьми. Пожалуйста, поставьте плюсики или минусы, если вы считаете, что это оправданное, правильное решение сентября. Итак, повторяю, с 1 сентября любая регистрация партнера за 30 евро, желает он строить команды или нет, вам лично принесет 10 евро, если вы не в европейском сообществе. Но даже если вы живете в Европе и вы пожелаете не золотом получать свой доход, а именно евровым эквивалентом, мы не будем сопротивляться и поможем вам максимально быстро получать этот доход. Татьяна поставила плюсик. Будьте любезны. Как еще сомнениями? Помогло ли это вам в большей степени, чем ожидание 10 личников и получение награды после этой работы? Татьяна говорит тоже плюс. Отлично, хорошо, благодарю. Спасибо, Андрей, жду вашего отклика. Роман, пожалуйста, я не вижу сейчас всех участников конференц-комнаты. Роману тоже по душе. Хорошо, пожалуйста, оцените это, передайте своим людям, и мы будем позиционировать такой метод работы в будущем. Анна, благодарю вас. Отлично. Мы работаем далее по линейному маркетингу, и я перехожу к программе «Семейный капитал». «Семейный капитал» – это та же линейка, в которой объединяются все ваши лично приглашенные в глубину по 10 уровень и люди ваших людей. Уникальная инфраструктура, которая создаст вам деньги, поток денег в ваш дом. Потому что любая регистрация будет создавать капитал. Один раз в истории работы с нами человек принимает решение и регистрируется здесь за 100 евро. 100 евро. Получает за это подарок, о котором я уже не раз говорила. Больше я сегодня показывать эти подарки не буду, чтобы экономить время. И за любое приглашение в команде в глубину по 10 уровень вы имеете финансовое вознаграждение. Вы помогаете нам организовывать товаропроводящую сеть. Мы вас очень щедро благодарим за вашу работу с людьми. Семейный капитал призван с малых денег помочь каждой семье накопить грандиозную финансовую подушку. И в этой программе, благодаря закольцованности, работать из года в год со своей командой, зарабатывать новые и новые доходы. Повторно, потому что, закончив один проход к 15 тысячам, вы можете стартовать со своей командой заново на любой ступени. Летние месяцы в семейном капитале распахнули любому человеку бухгалтерию и показали, что бы вы с нами зарабатывали, если все люди работали бы финансово, серьезно, получали бы подарки и организовывали работу на глубине своих структур. Я думаю, что итог виден у каждого в кабинете, и он весьма приятен. Мы всем продемонстрировали, как эти суммы в 30, 50, 10, 5 евро складываются в огромные суммы и приносят людям ежемесячный доход. Но это линейка. Я опять-таки переключусь на слайд,
которой фундаментально показывает, что мы работаем по линейному плану, готовим людей к командной работе по бинару и подводим людей к сентябрьскому открытию «Единая международная работа». Но теперь давайте поговорим еще раз о том, что вы будете дополнительным бонусом получать от единой команды. Итак, под вами регистрируются совершенно незнакомые люди. Этот список уже создан. Он будет уходить в глубину, потому что сентябрь распахнет нам работу в интернете. И всех людей этой единой команды мы будем плавно, замечу, бесплатно, замечу, единым командным сплошным потоком регистрировать практически вариант будущего бинара. Мы хотим все команды научить тому, как легко работать, во-первых, в едином международном потоке, во-вторых, мы всем поможем через создание единой команды, в которой есть фактор перелива, где идет учет людей всех по списку, по дате регистрации, сплошной регистрации сверху вниз, создавая плотные ряды наших команд, в которых перелив работает не на словах, а на деле, потому что у многих из вас, лично приглашенных, по 5, по 7, 12, 16 лично приглашенных. И мы хотим всех людей из единой нашей команды переформатировать и всему лидерскому и не лидерскому составу, потому что здесь практически это слово неприменимо. Неприменимо. Вы не просто лидеры, вы самые счастливые люди, которые будут находиться на самом верху единой командной работы, и вся международная инфраструктура будет под вами. Каким же это способом будет происходить? Вам незнакомые люди из глубины единой цепочки, единой команды будут формировать наш единый большой поток, который... Вы понимаете, что он напоминает будущий бинар? Догадываетесь, к чему мы вас подводим? Мы хотим всем командам помочь понять, насколько легко можно строиться по два, используя методику перелива и вот этой единой работы, создавать ту подушку будущего дохода, который будет у всех. Методика 2, 4, 8, 16 и глубина по 10 уровень. А 10 уровень – это та же наша линейная глубина. Она вам послужит в будущем возможностью от всех 2046 бизнес-партнеров получать доход, процентный доход, доход выплат за будущие покупки, которые мы готовы людям распахнуть. Но вот эта единая командная работа, как в цепочке, так и в единой команде с плотно заполняющимися рядами сверху вниз, позволит всем вам без какого-либо, я бы сказала, архинапряжения понять, что мы хотим любому человеку создать этот плацдарм, на котором в будущем очень удобно расположаться и товары, и услуги, и различные наши начинания, и вся эта инфраструктура в 2046 людей, лично вашей команды, с которой вы будете рано или поздно пожинать финансовые плоды, это все ваша основа. Она будет также разрастаться в глубину к вашим людям. Здесь также будет работать единый перелив. Таким образом,
у всех людей, совершенно всех, мы снимем проблемы, во-первых, с вопросом, как строить, как же людей приглашать в бизнес. Ох, как это трудно в наше время. И вот этих охов с нами не будет. Потому что одни люди комфортно себя чувствуют в классической линейке, и о ней мы уже поговорили. Единая командная работа абсолютно уберет все страхи, потому что любой человек с глубины 10 тысяч людей под вами, 80 тысяч людей под вами в будущем, каждый из этих людей благодаря единой командной работе будет приносить вам процент дохода. Но все люди, которые календарно успеют прописаться и быть поближе к вам в рамках вот этих 2046 первых людей, они все будут неминуемо под вами. И такие единые плотные команды мы ставим целью организовать всем. Потому что мы работаем с предприятиями, с фабриками. Товары и предложения от нашей компании люди ждут. Люди в какой-то степени закомплексованы и удручены теми событиями, которые сейчас по сей день происходят в интернете, но мы уберем эти психологические заслонки. Система единой командной работы позволит вам окрепнуть во всех видах дохода. Линейном, единой команде, в едином потоке, который создаст вам как минимум 2046 партнеров в вашей единой инфраструктуре, на которую в будущем опустятся товарное и предложение по услугам, я думаю, вы понимаете. И любая покупка товара от 2046 персон принесет вам дополнительный доход. Мы будем варьировать. На одной площадке у нас будут одни виды дохода, на другой площадке слегка иные. Акционные предложения на третьей. Понимаете, мы создаем тем самым настоящую оркестровую партию, в которой каждый найдет, во-первых, то, что ему близко по душе, во-вторых, будет совершенно не страшно, в-третьих, будет очень доходно, и вы должны будете уже в самое ближайшее время увидеть и понять, что вся эта инфраструктура вам создаст настоящий базис на долгие-долгие годы. Ни одного человека сейчас в интернете невозможно удивить или испугать, что да, в бизнесе побеждает тот, кто начинает работать. Можно ли пригласить одного? Можно. А командная работа может вам создать фактор перелива? Конечно, да. Но как можно, сотрудничая с организацией, которая готова вам сотни предприятий распахнуть, не привлечь к нам своих настоящих двоих приглашенных, четверых, там, я не знаю, пятерых? Ну, с годами здесь будут десятки ваших лично приглашенных и, может быть, даже сотни. Вы это понимаете. И мы создаем каждому человеку как минимум вот этот запас прочности на 2046 бизнес-партнеров за счет единой монолитной международной командной работы. Все предпосылки к тому, чтобы создать людям механизм глобального заработка, нами предложен. С переходом в новую кабинетную инфраструктуру это позволит вам очень ярко понимать, какой огромный труд мы вложили в это и сколько позитива мы готовы внести в вашу жизнь. Мы очень аккуратно будем вводить какие-либо товарные предложения, чтобы никоим образом не травмировать покупками, какими-то обязательствами людей.
Но надо понимать одно, что если мы хотим покорять страны, работать в своих городах, во-первых, мы должны людям показать конкретику, выгоду, легкость, формы единой командной работы, а перед вами на этом слайде даже две таковые представлены. И я вам могу сказать следующее, что у нас в 2020 году или, быть может, ближе к Новому году будет еще одно очень интересное, но не то что нововведение, но еще один сегмент, который мы сможем реализовывать уже с достаточно окрепшими командами. Нам есть чем вас удивлять. Но давайте мы сегодня еще раз пройдемся по тем темам, которые очень необходимо озвучить. Итак, мы работаем на базе классического линейного маркетинга. На сегодняшний день 6 программ могут приносить вам доход только по классической линейке. Бинар – это наше будущее. Для кого-то оно уже сегодня в запуске, потому что для неокрепших людей бинар – это тоже какой-то, ну, скорее вопрос, чем ответ. Но не для тех людей, которые готовы командами уже стартовать и действовать. Поэтому бинар рабочий, бинар у нас уже запущен для лидерского состава. Очень многие люди занимают там позиции, но мы всех плавно переводим в первую очередь работать в единую команду, друг за другом, без страха, получая прекрасный потенциал заработка и будущей перспективы. И более того, переформатируем это все в приглашение, за которые в сентябре месяце будем благодарить людей 10 евро за личное приглашение раз. Во-вторых, за регистрацию на площадке единой команды вы будете, барышни, выбирать самую лучшую косметику. Я покажу только пару подарков. Я предлагаю вам подобные лифтинговые комплекты под глаза от ведущего мирового бренда L'Обиастетик Франция, уникального уровня товары. Все наши дамы посмотрели сайт, многие, вернее, посмотрели и убедились, что ценовая политика очень серьезная. И я вам могу сказать, что мы будем дарить эти товары тем, кто будет приобретать возможность работать в единой команде. Об этом мы поговорим с понедельника и, вернее, со вторника. Так вот, милые барышни, вы будете выбирать или недельный цикл восстановления кожи лица после солнечного лета такими чудными средствами, после которых вы, во-первых, будете себя чувствовать настоящими леди, во-вторых, такого уровня косметики, я знаю, что у многих женщин просто не было даже на уровне попробовать, а мы одарим вас недельным курсом, вы сравните цены, вы все увидите и проанализируете. Мы специально делаем такое предложение нашим партнерам в сентябре, чтобы в любой населенный пункт пришло легкое заказное письмо вот с этими шедеврами. И, дорогие наши мужчины, мы вас тоже не обидим. Для вас будет отдельное предложение, такое же компактное, легкое и очень ценное. Просто я сегодня не подготовила фотографии и готова вам только объявить о том, что вы сами будете выбирать. Или это будет товарный подарок, который ознаменует ваш вход в единую команду. В дополнение к товарному выбору вы получите от нас профессиональный лендинг, который поможет вам в работе. Лендинг создан на целый годовой цикл, и вы будете пользоваться весь год. Это первый инструмент, который вы получите за
возможность работать с нами в единой команде. Но, допустим, для тех людей, которые не захотят какое-то товарное предложение, мы готовы обеспечить вас в единой команде как лендингом и первым инструментом. Это раз. А во-вторых, вы знаете, что у нас господин Драгункин, Александр Драгункин, разработчик уникальной методики английского языка, готов сотрудничать с нами и предложил на чудных условиях свои уникальные разработки. И для тех, кто будет желать английский язык изучать, он также может войти в единую команду, приобретя что-либо на свое усмотрение. Но самое главное, что единая командная работа позволит всем вам заложить вот ту основу в работе с глубиной вашей структуры, ничего не бояться в будущем, потому что вся эта конгломерация людей создаст вам колоссальное финансовое будущее. К этому мы вас плавно готовили лето. Кто желал это видеть, тот уже пожинает плоды. Кто, быть может, к нам присматривался в какой-то степени с настороженностью, я думаю, что все нужно оставить за спиной, действовать и помогать людям своей команды, закреплять позиции, расти с нами, организовывать международную работу, потому что то, что в нашей оркестровой партии для каждого из вас создано, ну, это шедевр, это в самом деле шедевр, потому что мы знаем, как в будущем здесь разместится товарное предложение и каким финансовым откликом оно будет в каждой семье. Мы для этого и работаем, чтобы радовать вас и создавать эти уникальные предложения. Это то важное, что хотелось вам сегодня сказать.